царский полководец, революционер. Так вот, бесстрашная Анжелика проникла к своему возлюбленному Ринальду. Который сражал, это же перед Домиником Адунью, черный дракон. Вот и ты не такая простая, как кажешься. Пойдемте, не будем мешать влюбленным. Пойдемте. Вы не видели Анжелику? Я бросился в тюрьму, но там ни в одной камере нет ни одного человека. Если она не пришла до сих пор, святая Розалия! Ее убили. Нет, милый! Меня не убили! Анжелика! Ренардо! Ты ранена? Извини, у меня не было с собой. Пришлось прикурить. Я принесу воды. Воды? А может, чего-нибудь покрепче? Что ты такое говоришь? Все то, что ты мне говорил, когда мы только познакомились. Пришлось прикуриться от пули. А что это у тебя на лбу? Пустяки, ссадина. Просто приложи руку в бок. Да. Говори. Что? Говори же. Говорить? Но ты всегда твердил, что женщина должна молчать. Да, но сейчас ты будешь молчать. Но это опасно, но бой опасный, когда ты можешь...
господин Фальк, почему вы не хотите взять меня в ваш театр, но прямо сейчас? Да потому что ты недостаточно хорошо, ты... Еще владеешь недостаточно хорошо актерским мастерством. Да? Да. А вот Виолетта из спектакля Кальмана «Фиалка Монмартра», девочка-цветочница, спела, и ей сразу предложили роль героини. Не знаю, я ее не слушал. А вот она идет сюда, сейчас услышит. Месье, купили цветы для любви. Они там, в руках. Благодарю. Месье, купите фиалки. Купите фиалки. Сюда идет летучая мышь. Розалинда, твоя баба. Лишь бы она меня не узнала. Вечно она грустит и читает романы. Я бы на ее месте перестала их читать и начала бы их заводить. Пойдем, актриса. Я вышла все залы. Герпиха нигде нет. Какое счастье. Всего волшебная ночь. Ночь любви. Oh,
ну как тебе сегодняшний вечер? Я просто счастлива. Смотри, Адель, на бал приехала Ганна Главари, заберетый Легара, веселая вдова. О, да она в окружении поклонников. Она что, так богата? Да-да-да.
прав Данила. Ганна Главарь. Не находите ли вы, сударь, что ваше поведение роняет честь нашего посольства? Почему же это ваше? Да потому что Монте-Венти моя родина. Так, вот оно что. Сударыня, я устал и хочу спать. Что? Может, вы ко мне присоединитесь? Ну, это все. К сожалению, сударыня, я могу быть счастлив только во сне. Вот сейчас я усну и верю сон. Вы любите меня, я люблю вас, и мы счастливы. А то, что у меня нет миллиона? А это во сне не имеет никакого значения. Все равно тарелки вытирать.
Но почему ты плачешь? И, ах, ой, прекрасно! Влюблен лейтенант Ранагатуш. Боже мой, как это было замечательно! Он так ухаживал за мной! Он так был влюблен в меня! Ты сошел с ума! Вряд ли наоборот. Сначала сошел с ума, а потом влюбился. И я любила его. Да я люблю его и сейчас. Но его полк забрали в далекую африканскую колонию. Я обвенчалась с другим, родился Тони. Ах, Тони, Тони. И как же, помню, и таким крошечным волосиком на голове. Мама, мордочка глупенькая, глупенькая, словно вылитая мать. А ты напрасно смеешься надо мной, великан. И ты тоже когда-то был влюблен в меня. Извините, за давностью лет преступление перестает быть преступлением. Неужели это все было? Малова.
Почему такая сердитая? Я тебе не козочка! Для меня ты именно козочка! Стой, погоди, не уходи, жить из тебя я не могу. Сразу тебя я полюбил, сразу жить я хорош. Лучше меня ты не найдешь, ты посмотри, как я хорош. Лучше меня ты не найдешь. Посмотрим, что творится в Малиновке. Изагрета Александрова, свадьба в Малиновке. Ялинка, я тут решил плакат написать к приезду готовцев. Только вот не знаю. Пишем так. Здравствуйте, товарищи готовцы! Здравствуйте. Пишем так. Бей Врангеля и всякую белую сволочь! А так же, Грискова Ляснова, чтоб ты не цеплялся к тебе. А я украду коня у Борасного и подам за готовца. Эх, какой народ боевой! А кони? А песни? Ладно, может.